Всем привет, друзья! С вами канал Про Геймер Телевирн. Меня зовут Ревенант. Мы с вами продолжаем играть в Portal Heretic RPG. И у нас с вами четвертый уровень третьего эпизода под названием The Azure Fortress. Лазурная крепость. И тут у нас, кстати, с вами будет выход на секретный уровень. Так что вперед. Не удивлен. Так, знаете что? Охренели немного. Вот мне больше бесит то, что они пытаются лупить друг друга, но у них ни хрена не получается при этом. Ебали. Умри нахер. Вы бежите, дебилы. Пошел ты. Чертяк собачки. Еще бесит, когда они начинают заряжать заклинания, они становятся неосязаемыми. То есть все снаряды, всякие ракетницы, посоха и прочее, бильберда сквозь них летят. И это еще больше бесит. О, колечко. Заберем. О, тихо. Кто здесь? А, в салат, бля! Пошли вы все. Замечательно, восхитительно. Даже через такие щелочки пролетает это говно из вашего скипетра. Я тоже умею умничать, сволочи. Пошли вы. Кстати, вам всем дорога, блин. Мудаки. Так, есть телепорт, есть дверь. Так, а куда этот телепорт идет? Давайте сразу сохранимся. А, это назад. А хотя? Не будем загружаться. Мы это все заберем. Халявы лишней не бывает. Спасибо. А теперь вот можно дальше. Здрасте. Ку-ку. Есть кто живой? Конечно есть. Да до хрена кого. Вообще прям салат, друзья. Об оливье! Хотя до Нового года еще полтора месяца. А может уже запасаться. Летуны хреновы, блядь. Кто тут еще умничает? Умник такой. На, вжбан. Так, это не открывается, не поддается. Я знаю, что здесь что-то есть. Но открывается это сейчас или потом, я вот не помню. Ой, какое течение. Ой. Что-то открылось. Друзья. Ага, понятно. Понятно, что открылось. А это секрет. Вот так вот просто, да? Тут еще летает. О, там много. Ребят. Дружки, пирожки. Лови подачку. Ой, ты ёкарный театр. Так, надо как-то поаккуратнее с вами, ребят. У вас всех. Блин, прям летят как из пулемета, а. Говнюк, твою. Сука, патрон даже не пожалею ради вас, урода. Блин. Себя не пошли. Я левел 10. А что мне это дает? 11. Так, это не то, ладно. Это мне пока ничего не дало. Сволочь, ты не умер. Ясно. Стоп. Мне кажется, или. Ах, это выход. Так, надо запомнить. Какие люди. Какие-то люди. Так, что. Ах ты собака! Ну смотри, какая хитрая тварь, а. Это где-то там такой умный.
Так, я все. Так, я примерно понимаю, что это, где это. Блять, надо прорываться нахер, чтобы тут не подохнуть! Твою мать. Во-во-во, отлично. Знаете, вам я вообще добавлю, блядь, уроды. Дебилы. Я знаю, что... Это было слишком очевидно. Потому что я херепный, ребят. Мне сюда не совесть. Сука тоже у меня так пошел в жопу. Ненавижу этих уродов. Топливо для факела. Оно мне пока так и не нужно. Оно мне понадобится только... Я помню, что в 5-м эпизоде будет одно темное помещение в 1-м уровне. Да, конечно. Прям горю желанием. Подави. Говнюк. Сраный. И тут тупик, да? Ладно. Могли бы телепорт поставить, жмоты. Идем, идем, идем. Аккуратненько. Стоять. Ух ты, ёпта. Я, конечно, ждал что-то подобное. Иди ты. В баню. Помешанный. О, будем тратить это. Ничего? Ничего, хорошо. А теперь? Тоже ничего. Что ты будешь делать? Ты вас не угодишь. Я уже и так и сяк пытаюсь спровоцировать, они не хотят. А, нельзя. Черт. Ладно. Так, а это что у нас? Ага. Вот откуда ты стреляла, сволочь. Вот откуда ты стреляла. Собака. Так, у нас есть желтый ключ. Я предлагаю пойти в желтую дверь. Почему бы и нет? Да, у нее вот. Привет, 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 привет. Приятно познакомиться. Хоть это знакомство и не длится долго. И что, просто так вот отдадите, да? Да по-любому нет. Есть же заподлянка какая-то. Не понял. Че это вы мне тут так любезно дверь открываете? Че-то подозрительное. Очень подозрительно. Так, ладно, я, пожалуй, сюда спущусь. По-любому, кто-то должен. Конец. Потратим, блядь. А то простаивает оружие. Кто еще? Уроды. Сейф. Сейчас что-то будет, я знаю. Или ничего. Да ну нахер. Вот так вот. Вот что будет. А, ты скотина. Прыгает на меня, гнида. Успокойся. Блоха сраная. Так, у нас куча всякого добра. Ух ты, ёпт. Блин, вообще ни хера не туда стреляю, а? Стоп. А ну-ка откройте. Кстати. Где тут факел-то? А он у меня вообще есть? Да ну нахер, у меня факела нету, как так? Вот это комедия. Ну ладно. Черт вас подери. Будем наобум. Так, тут ничего кроме телепорта вроде не видно. Прыжок в неизвестность. Спасибо. Еще прыжок в неизвестность. Где я вообще? Все, я понял. Можете ничего не объяснять. Надо забрать то, что нам тут причитается. Ням-ням. Красота какая. И вот это заберем. Все, жизнь налажена. Выпусти меня отсюда. Я же выходил. Или меня...
Или мне так кажется? Ну ладно. Заставляйте меня бегать, сволочи. Стоп. А нахера сюда бегу? У меня же зеленая дверь. Дела. Ох ты, ёб твою, вас там много. Так. Как бы это поделикатнее все решить-то. Не, это не очень деликатно. Надо еще поделикатнее. Прям совсем-совсем деликатно. О! Есть! Еще живые есть! А теперь совсем деликатно начнем. Левелап сказал на пользу, ёб твою мать! Не-не-не-не-не-не-не-не! Гадость. Уроды, блядь, всех, сука, покрошу. Сука. Чё, сожрали все? И ты сожри. Козёл. Так, ладно, я слишком далеко убежал. Надо утихомириться. И ведь попасть к вам нельзя, суки, а? Чё, добро собрать сюда. О-о-о-о, тихо-тихо. Да пошли вы, дебилы. Комары переростками. Кто тут хрюкает? Бля, это вообще много самих стало. Стоять, патрон, ты кончается, ёбаная. Вообще непорядок. Так, хорошо. Уйди от меня, нечисть. Так, что я делаю? Ома! Я так полагаю, это и есть какой-то секретный уровень. Это, потому что фраза секрет как бы намекает. Так, ладно. Сюда мы вернемся. Чуть попозже. А вот сюда... А можно ли сюда попасть? По-любому как-то можно. Точно. Л, логика. Шевелим, шевелим мозгами. Это полезно. Это нам не надо. Стоп. Я что-то слышал. Так, тут мне не показалось. Так, опять полный. Да что ты будешь делать, а? Почему ты не тратишься? Так, ладно, это потом. Там еще целый щит. На 200 армора. Блин, тратить никак не на кого, а? Давайте все поднимайтесь, мать вашу. А, ребята, вы поднялись, нет? Во, во-во-во-во. То, что надо. Отлично. Все-все-все-все-все. Отличненько. Блять. Ай, не очень отличненько, не очень отличненько. А-а-а! Окружили, суки. Потратил, называется, посох. Бред. А, ладно, я уже заплетаться начинаю. Короче, все пошло не по плану. Какое-нибудь дерьмо хоть из этого открывается или нет? Хоть одно, пожалуйста. Так можно же проверить, что я. Нет, ни одно не открывается. Но зато я вижу секрет еще один. Но с ним позже. Сначала сюда. Сначала сюда вот. Какой медленный лифт. Не хватает такой лифтовой музычки. Вон оно что. Ясно, понятно. А зачем мне сюда? Мне это что-то дает? По-моему, мне это ни черта не дает. У меня синий ключ есть? Нету. А где он? А ключ-то где? Нету ключа. Но ведь должен быть. Тут нигде его нету. Так, давайте карту отдалим. Мне очень интересно, куда, что я еще пропустил. Это самое начало, нет? Да, это самое начало. Кстати, стоять. Чё-то как-то это... А, понятно, ладно. Обознался. О, патроны.
не зря пришел. А то мне их не хватало. Опа! Странно. Ладно, проберемся еще разок. Блин, опять щит полный, что ты будешь делать? А? Почему ты не тратишься? Так, ну вот тот выход на секрет, это 100%. А ключ-то где? Ключа-то нету! Стоп! Что за херня? Я что-то вижу. Я вижу секрет. Блин, да что же в руки-то взять, а? Сразу одновременно с всего хочется стрелять. А возможности такой нету. Почему тут нельзя двуручное оружие брать, а? Вот так вот. Ну, как бы, ладно. Очень содержательный секрет был. И все-таки, синий ключ, мать твою, где ты? Почему тебя нету? Что я не так сделал? А стоп, а может тут просто дверь? Па! Какой я дурак! Так, ну получается, вот, да. А ведь бег как дебил, синие ключи еще. Но мы не пойдем в тот выход, потому что мы прекрасно знаем, где у нас есть секретный. Убиты все секреты, все. Такие дела, ребят. Так, ну что ж, друзья. С вами был Ревенант на канале ProGamer Television. Всем спасибо и до новых встреч. Пока.